Какие ощущения от вчерашнего выхода на поле, от болельщиков, от обстановки на трибунах? Ну, тяжелый матч был, обстановка тяжелая была. На сегодняшней тренировке мы видим, что она была короткая, восстановительная. Да? Для тех, кто мало времени на поле провел или не играл, вообще такие задачи были тренерского штаба, такие акценты, что вы говорили на установке на тренировке. Ну, вышли, сделали разминку, поиграли в футбол, сделали передачи. Те, кто мало играл, были участвовали в игре. Всем билеты на матч почти проданы, какая-то особенная поддержка ожидать для себя в Ростове? Ну, я надеюсь, что... Ну, слышал, что это полный стадион, я знаю, что в Ростове любят футбол здесь, поэтому мы ждем всех болельщиков на стадионе. В Турции на поле было много мишуры, вы как раз игрок фланга, каково было? Первый раз при таком играли? Ну да, было, конечно. Так скажем, удивительно, что вообще разрешили, я не знаю, первый раз такое видел, чтобы вообще не видели там линии, чтобы я не знаю, как там сидели, смотрели. А по трансляции казалось... Бабушки подлетали, не было желания подойти помочь. Мяч не дробил, он по картинке казалось по трансляции, что он даже немножко скакал из-за этого или нет? Да не скакал. Само поле было, скажем, на лучшем качестве. Ну а так в целом, все-таки начинал сборная первого тайма провела очень хорошо, забили голы, и во втором тайме совершенно другая игра. Со стороны, со скамейки, как казалось, они когда вышли на поле, как почувствовали, почему команда не до конца, может быть, показывала то, что должно быть? Мне трудно ответить, почему, как. Оказалось,